Сегодня штурмуем Коль-Когур, Кигатинское ущелье. Час пути. 26 километров всего лишь. И дорога идет прям сильно-сильно вверх идет. Мы штурмуем Коль-Когур. Идем он оттуда. Первое озеро. Значит, за этими елками, за этим подъемом озеро Коль-Когур. Красота. Ляпота. Два часа 5 километров. Моя красавица идет. И вон она, озеро. Коль-Когур. Итог. 4 часа 20 минут. 11 километров. И это наша переправа, по которой мы сейчас будем переправляться через речку.